А мы уже здесь собирались в марте, и, как я обещал, мы собрались вновь. Только в этот раз мы делаем концепт благотворительный. Помощь детям из благотворительного фонда «Дарите любовь». При входе вы, наверное, заметили, у нас есть сувениры, которые можно как бы так приобретать за символическую цену. То есть кто сколько может, ну, тут, как хотите, в общем, да. Я думаю, мы начнем, а там уже потихонечку разгонимся. Окей? Я приглашаю на эту сцену своего очень хорошего друга, с которым мы познакомились в колледже. Его зовут Рустам Зайченко. Мы уже неоднократно выступали и здесь уже выступали. Вот это он. Да. Мы сыграем его композицию, которая называется «Снег». Не по погоде, но не помешало бы. Да ведь? Прохлада небольшой. Итак, Рустам Зайченко. Я? Я-я. Я-я? Natürlich. Снег. Белый снег.
Тихон. Так, достаюся на гитару.